Сегодня для некоторых вера в Бога – это исполнение религиозных праздников или обрядов. Для кого-то Бог – это чудесная палочка-выручалочка, исполняющая все мои желания и прихоти, ну или решающая все мои проблемы и вопросы. И практически все люди, они знают, что они хотят от Бога. Но мало кто задумывается или интересуется о том, а чего же хочет Бог от меня. Бог – это не чудо-таблетка от всех болезней или всех проблем. Бог – это личность. Он, конечно, может и спасти, и защитить, и исцелить, но что в ответ готов сделать я? Готов ли я в благодарность стать учеником Христа, исполняющим ведение и повеление Господа? Или мой выбор и дальше быть просто потребителем, решающим свои вопросы и свои проблемы за счет милости и любви Божьей?